татарский национальный танец о любви и семейных ценностях. Им покорила Илья Гарипова жюри международного конкурса «Бабушка Вселенная». В роль бабушки вошла. На ногах татарские ичиги, на голове калфак. Одета в длинное платье с расписным камзолом. Среди 25 бабушек мира Илья была самая народная. Очень приятно показать миру наш танец национальный. Наш национальный костюм, наш колорит. Любящий муж, трое детей и внук. Семья – главная ценность самой красивой бабушки. Ей 45. Признается, эликсир молодости в здоровом образе жизни, семейном благополучии и оптимизме. А главная поддержка и опора – муж Айрат. Впрочем, он и есть дедушка рядом с самой красивой бабушкой. Постоянно на компромиссы, причем маленькие, которые тебя потом не будут изнутри сжигать. Вместе мы одна семья. В 2006-м Илья на конкурсе «Начхибил» стала самой красивой женщиной Татарстана. Тогда-то и появилась мечта – покорить вселенную. Цель моя достигнута. Я стала самой красивой женщиной Татарстана. И была такая цель, что когда я стану бабушкой, я буду такая же красивая и покорю мир. Вот моя мечта сбылась. Высший титул благодаря красоте завоеван, а красоту души Илья не первый год дарит детям и благотворительному фонду борьбы с инсультом. Такая она, бабушка 21 века. Алина Бережная, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.